После недолгого перерыва львовский мусор опять поехал по стране. Сегодня отходы обнаружили сразу в двух областях. В Житомирской грузовик задержали на полигоне в Новоград-Волынском. Он сбросил несколько десятков тонн отходов. При этом местные власти никаких официальных договоренностей с чиновниками Львова не заключали. В Тернопольской области разгрузились сразу две фуры, 40 тонн сбросили прямо посреди поля. Это уже 17-й случай, когда львовский мусор находят в Тернопольской области.